Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о похожих на первый взгляд глаголах hear и listen. Начнем с глагола hear. To hear значит слышать, то есть когда мы слышим что-то непроизвольно, не прикладывая при этом никаких усилий. Мы слышим шум, голоса, шаги, перфоратор соседа сверху. I can't hear anything. Я ничего не слышу. Did you hear what I said? Ты слышал, что я сказала? She heard footsteps behind her. Она услышала шаги позади себя. Глагол listen означает слушать, то есть когда мы концентрируем свое внимание на том, что мы слышим. Мы слушаем музыку, радио, чью-то речь. Например, listen to me. Послушай меня. I listened carefully to the story. Я внимательно выслушала историю. Sorry, I wasn't listening. Can you say that again, please? Извини, я не слушала. Не мог бы ты сказать еще раз? На сегодня все. Надеюсь, этот урок был полезен для вас. Спасибо, что вы смотрите English Spot, и увидимся с вами в следующем видеоуроке. Пока-пока!